Привет всем! Мы сейчас находимся на моем канале, и я сейчас хочу поговорить о монетизации. Вот, мы сейчас открыли вот это вот окошечко «Монетизация». Вы видите, что она у меня не включена. 2 месяца тому назад у меня была подана заявка, у меня была отклонена монетизация. И прошло ровно 2 месяца. И когда я вот просто вошла, я хотела посмотреть, вот что же там такое, какие все-таки причины. И вот я увидела опять такую вот таблицу, что ваша заявка на монетизацию находится на рассмотрении. Никаких заявок я не подавала. Дождитесь результата проверки. Вот, я с сегодняшнего дня снимаю это видео, и где-то через месяц у меня будет создано повторное видео, что же с этой монетизацией. Я даже искала тут в интернете, хотела как-то отключить эту заявку, но YouTube как бы сам включил ее. Но я еще не готова как бы к этому, но посмотрим, что же будет дальше. Второе вот мое видео, это вот что мне сегодня там выскочило на экране. Если кто знает, пишите комментарии. И буду рада за ответ. Привет, ребята, всем. Вот я открыла свое видео. И, вы знаете, первый раз у меня вот выскочила такая таблица. Вот видео ID, потом какой-то вот... Подождите, что тут еще? Какая-то вот... Волум 100%. Какая-то скорость. Потом... Вот какие-то внизу 2 полоски. Вот вы видите... Они вот тут вот как бы... И тут вот идет такая черточка, и она как бы доходит, потом опять возвращается. Я не знаю, что это такое. Сейчас я попробую нажать. Вот тут вот закроем это, и все это пропало, понимаете? Вот что это... Что это было, я не знаю. Может... Кто знает, пишите мне в комментариях, потому что я действительно... Вот я что-то нажала, и она вот выскочила. Может, у кого-то такое было? И пишите в комментариях, что это, кто это знает. У кого такое было? Ну, на этом пока-пока все. Готовлю хорошие видео. Оставайтесь на моем канале. Вот, вчера сняла очень много видео. Ну все, до скорой встречи на моем канале. Спасибо за просмотр. Заранее благодарю за поддержку. Пишите в комментариях, жду.